его журналист Микрофон Консоленко. Вы могли бы прокомментировать, как вы вот относитесь вообще к этим визитам? Может, отрицательно. Отрицательно. А не скажете, это вот первый визит журналистов сюда? Вот как спокойно проходит лечение больных в больнице, как вы считаете? Нормально идет лечение, мешают только. Мешает? А кто мешает, не уточните? Это те, которые влазят. Спасибо вам. Успеха вам и хорошего лечения, спокойного. Тут же, если бы вы только один были, тут же кому-то бы не верили. А если депутаты проходят, так вообще там сваты какие-то. Депутаты от Батьковщины, я так понимаю, да, вы имеете в виду? Без прав, с правами, что хотят, то и делают. Что хотят. А вот вы еще не скажете, вот смотрите, тут много было журналистов. А было такое, что журналисты просто подходили к простым больным и интересовались, вот как у вас проходит лечение, мешает вам эта вот ситуация? Мешает, конечно. Ну, а вот журналисты вот... Как... Песни поют и днями, и вечерами, вот там. Вот те бабки, которые постоянно. Я знаю, мы об этом пишем. И тут перекрывают вечное движение. Понятно. Да, держитесь. Вы сами понимаете, что мешает. Да, спокойного вам лечения. Спасибо. Успехов вам, всего хорошего. Спасибо.